саженцы яблони боровинка начинают приносить плоды на 5-6 год посадки, а к первому десятку уже будут радовать садоводов обильным урожаем, до 80 кг с дерева. Собранные яблоки можно сушить, использовать для приготовления соков и употреблять в свежем виде. Достоинство крупномеров яблони. Неприхотливость к условиям. Устойчивость к болезням и низкой температуре. Высокая урожайность. Саженцы яблони боровинка легко приживаются в различных климатических условиях. В теплых регионах период сбора урожая наступает в середине августа, в остальных — в сентябре. Собранные плоды неплохо хранятся и не повреждаются при перевозке. Яблони боровинка — это дерево с типом роста, среднерослый. Цветет растение в месяц май. Урожайность яблони боровинка составляет 60-80 кг. Плоды имеют массу 78-113 грамм. Форма у плода округлая. Цвет плода светло-зеленый или желтый с розовым оттенком и крапчато-полосатым румянцем. Вкус кисло-сладкий. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.